Сталина нет. Сталин бы всех их в Магадан. Они и Назарбаев, и Путин, и все в Магадане. Нет Сталина. Он был в шинели и в сапогах. Победу создал. Победу Сталин выковал. А эти твари назвали победой компанию, блядь, и жулики. Грабят россиян, потомков, тех, кто номера забивал, требуют регистрацию, значит, онлайн. А у них нет ни чека, ни хуя в аэропорту Баден-Баден, ничего нет. И 25 евро дерут. И у меня были гости из Москвы, ободрали двоих подряд. Значит, 22-го летала одна, и 27-го другая. А? Так они жулики, а эта банда Путина крышует воров. Одни воры там, понимаете? Одни воры. Все Вейсельберги и прочее, одни воры. И Путин их крышует, этот бандит. Боже, сам КГБшный. Я адвокат, историк, радиоинженер. В России мы были. Детдом прошел, весь ад. Но президентом принципиально КГБшник не может быть. Так? Меркель не может быть канцлером, потому что она в Штаты прошла, такая же гадина, как же Путин. И эти сволочи ответят народу еще на свои дела. Она тоже в Штате, она тоже в ГДР подлюка была, с поляками была связана, сейчас поляки счета ставят. И евреи получают, и эти, и черные. А мы нас выгнали с Волги, я родился на Волге. Да правильно, они начали войну, все эти гады, вот, которые здесь живут, да. А нас с Волги, я родился на Волге, и после работы нас все отобрали, и потом отца забрали в армию, через год мертвый был уже, маму забрали между глазов, Ной Левинсон, еврей, командовал парадом в армии в Атланте, 4000 месяцев заморил с голоду за год, сейчас Меркель платит деньги, это сучка. Под Коля подлезла, когда Коля умирал, он сказал, я не хочу, чтобы эта гадина была на моих похоронах. Это был 17-й год. Эта сука приперлась на похороны Коля, но Коля был уже мертвый. Коля бы ее вышвырнул. Нет, Гитлер, он бы ее располосовал за черных, что она наводила Германию черными. Эта сука под Коля подлезла, тварь, и потом выжила Коля. Сучка. Сучка. Настоящая сучка. Паскунина, блядь. Сейчас она уже южна никому. Ее муж выгоняет. Уже первый муж выгнал ее нахуй. Сейчас второй разводится к ней. Ее сука, я репрессированный. Я не боюсь, я могу любому, я адвокат нахуй. Историк, они же, могу любому доказать. Этому Путину, мерзавцу, который Россию растерзал. Практически с этими медведями, этими жуликами. Виксельберги. Одна банда воров, олигархов.